Эмоции бьют через край. Чебоксарский танцевальный коллектив вернулся из Испании, где прошел международный фестиваль «Алегрия». Наша съемочная группа встретилась с танцорами, чтобы узнать, чем ребятам запомнилась поездка. Эмоции творческий коллектив назван не случайно. Улыбка в 32 зуба – визитная карточка юных танцоров. Возможно, поэтому за 6 лет существования коллектива ребята не раз становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов. В прошлом году коллектив выступал в Болгарии, а буквально на днях танцоры вернулись из испанского города Калелья. Очень понравились мы организаторам. Они были все в восторге и вручили нам диплом европейского образца. Выступления проходили на главной площади города, рядом с церковью Святой Марии. Фестиваль начинался с шествия по центральным улицам города. И затем было еще 2 фестивальных дня. Участие в фестивале приняли более 1500 участников из разных уголков мира. По итогам выступлений только 8 команд были отобраны для участия в финальном концерте. В числе счастливчиков и коллектив из Чувашии. Все выглядит очень просто, но повторить неподготовленному человеку просто невозможно. Необходимо иметь талант и недюжее терпение, чтобы победить на международном фестивале. 10 фестивальных дней пролетели незаметно, делятся ребята. По дому не скучали, времени на скуку просто не хватало. Ходили на море, на пляж, на экскурсии, очень много гуляли. Там ходили в Порт-Авентура, это такой парк аттракционов. Много было интересного в Барселоне, очень красивые дома, архитектура, очень красивый город. Останавливаться на достигнутом ребята не собираются. В планах еще много фестивалей и выступлений. Залог успеха – каждодневные тренировки. Только так можно взять новую высоту, подчеркивает руководитель коллектива. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика.